Мадам Траншан получает письма с угрозами, а вчера в ее машине испортили тормоза. Вместо нее за рулем был один из ее гостей. Кто сейчас свободен у нас в отделе? Есть только Булет. Булет, слышал что-нибудь о бароне Траншане? Миллиардер, у которого светские тусовки в Сан-Тропе. Барон попросил расследовать быстро. Следователь Бульон! Булет, Жан Булет. Не привлекай внимания. Да он настоящий профи. Знакомься, следователь Булен. Дорогой, зачем ты привел сюда сыщика? Он испортит всем отдых. Нет. Месье Булен будет здесь инкогнито. Гости даже ничего не заподозрят. Клянусь богом, я ее убью! Ах ты, скотина. Она спит со всеми, особенно с Жако. Ему жена наставила рога. Он рогоносец. Это серьезный мотив. А он в курсе, что он рогоносец? Нет. Если он не знает, что он рогоносец, то какой его мотив? Никакого. Убийца среди вас, и я его выпарю. То есть выкурю. Вас, конечно, интересует... Почему у меня грабли в руках? Ну да. Вовсе нет, просто хотим, чтобы вы ими не махали, а то люстра вас прихлопнет.